инвестиционная привлекательность Самары? Какие программы муниципально-частного партнерства реализуются в столице региона? Какой размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий по итогам 2022 года? Смотрите сегодня программу «Город С». Гости в студии Эдуард Харченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, и Дмитрий Хилов, председатель Самарского регионального отделения «Деловой России».